Приветствую всех в Blender 2.8. В прошлом ролике мы делали вот такого персонажа, именно скелет для анимации. Информация взята с канала Blender 3D уроки. Зайдите, посмотрите. Все там классно тоже объясняется. Ну и давайте дальше сделаем ходьбу вот этому персонажу. Опять же, информация с YouTube, с канала Blender 3D уроки. Так, выдвинем вот эту панельку боковую. Теперь переключимся на DopShed. Чуть-чуть ее вот так вот опустим. Эту панель можно приподнять и переключиться на таймлайн. Вот так вот. Находимся в режиме PostMod. Теперь выбираем, вот так вот ставим, выбираем вот эту вот косточку, нажимаем G и ставим ногу вот сюда. Выбираем теперь эту ногу и ставим ее чуть подаля. Опять же G, где-то вот так вот. Теперь нажимаем английскую А, жмем И, жмем Lock Rod. И вот вы видите, что вот это все прописалось. Так, чуть побольше сюда надо поставить. Следом переключаемся на 40-й кадр. Это вот здесь вот можно перетянуть с зажатой левой кнопкой мыши. И нужно теперь сделать зеркалку вот этому всему. Выделяем теперь вот эту косточку. Жмем G, ставим ее вот сюда. А эту косточку G ставим назад. Вот так. Вот что-то в таком духе получается. Опять же нажимаем А и жмем И. Lock Rod. Вот прописалось. Давайте посмотрим. Вот что-то в таком духе получилось. Теперь нам нужен 10-й кадр. Находим 10-й кадр. Вот он. Здесь вот он находится. Сороковой кадр можно перенести на 20-й. И теперь на 10-м кадре нужно поднять вот эту вот ногу. Вот эту. Нажимаем G и приподнимаем ее вот так. Следом можно выделить B. Вот так. И с помощью G чуть-чуть подправить позу. Вот так. Чтобы перетянута сильно не была. Теперь жмем А, жмем И. Опять же Lock Rod. И прописывается 10-й кадр. Теперь нужно первый кадр вот этот скопировать на 40-й. Снимаем выделение, щелчок левой кнопкой мыши. Теперь нажимаем Alt, щелчок левой кнопкой мыши. Выделяется вся эта полоса. Жмем Shift D и перетягиваем это все на 40-й кадр. Кстати, вверху видно вот 38-й, вот 40-й кадр. Щелчок ставим. Теперь нужно именно 10-й кадр. Так, вот этот. Так, выделяем теперь 10-й кадр, Alt, 10-й, Shift, D и перетягиваем его на 20-й кадр. Вот так вот. Щелчок устанавливаем. И вся фишка в чем, что нужно теперь выбрать Alt, левая кнопка мыши, 10-й вот этот кадр. Посмотреть, как он был, перетянуть и сделать его теперь зеркально.
Теперь выбираем вот эту ногу, которая на земле стоит, и поднимаем ее клавишей G вот до этой ноги. А вот эту ногу выбираем и опускаем, где была предыдущая нога G. Вот так вот. Вот что-то такое получается. Ну и смотрим, теперь жмем А и Lock Rod. И посмотрим, что тут происходит. Все прикольно. Вот здесь теперь, вот в этой вкладке Timeline, ставим не 250 кадров, а ставим 39. И жмем Enter. Теперь нажимаем, и все зациклится. Вот теперь персонаж ходит. Все классно. Все зашибись. На этом я с вами прощаюсь. В следующем ролике разберемся уже, как сделать еще что-то с этим персонажем. Буду искать информацию, лазить по интернету. И то, что найду, уже включу в этот вот, типа в этого персонажа. Все, пока.